Доброго времени суток, дорогие друзья, с К-960 на связи, очередная новогодняя серия. Сегодня будет открытие подарков за голду новогодних, посмотрим, заценим, ну и поехали. Первый подарок за 460 голды. Нажимаем открыть, что мы здесь видим? Прикормка за 8 голды, кэшбэком 254 голды нам возвратилась. Получаем и 198 наживочки вот этой редкой, напланской, и 309 мяса в рыбы получается. Такой себе сундук максимально на самом деле. Теперь поехали за 240. Значит, тут уже получше. 168 мяса, кэшбэком вернулась голда, и 120 вот этой наживки. Сундук в два раза лучше за 240 голды вот этот, чем прошлый был за 460. Наживка неплохо, в принципе, поэтому зачет. Дальше. Дальше мы опять откроем за 240. Здесь уже тоже поинтереснее. Здесь 37 перков. Это хорошая вещь, перки. Также кэшбэком голда, плюс вот этот вот бубенчики. Они, по-моему, 130% вылова сокровищ дают. И 250 нерейса. Тоже довольно приятно, довольно хорошая наживка. Тоже зачет. Дальше за 460 откроем. Здесь мы видим 144 наживки, опять же, лапанской, прикормку за 8 голды, кэшбэком 314 голды и всего-навсего катушку на 6 килограмм на спиннинг. Сундук плохой, ну то есть вообще ничего ценного по факту. Закрываем, продолжаем. Поехали дальше. Сундук за 460 голды, тут уже получше. Тут наживочки 300, мясо циклопа, вяленка 173, кэшбэком голда вернулась и 131 лапанской наживки. Сундук приятен, то есть зачет, все прекрасно. Мясо циклопов, хочу сказать, вяленка всегда топ. Дальше, сундук за 460 голды, тут у нас перки идут, 100 с чем-то перков, это вообще шикарно. Голды 248 кэшбэком, икра 138 лапланская, 406 мяса. Сундук по факту стоит своих денег, отлично. Дальше, за 240 у нас коробочка идет, тут донка, ну такое себе плюс-минус суха, кэшбэком голды 81, это очень мало, то есть сундук вообще не юзабельный. Дальше 460 голды. Прикормка на 150% за 8 голды, 483 мяса в рыбы. Вообще ничего полезного, плохой сундук, очень сильно плохой. Мясо рыбы вообще не надо, абсолютно никак. Ну и кэшбэком голды тоже много, кстати, вернулось. 465 голды кэшбэком, неплохо. Так, дальше у нас сундучок, получается 169 резины, 154 икры, лапланская наживка, груз и 288 кэшбэка. Ну, типа, вот это неплохо тоже. Отлично, зачет. Поехали дальше. Так, дальше у нас не хватает золота, поэтому открываем за 240. О, тут уже интересно. Подсак 75%, перки, пиявка и еще кэшбэком 135 голды. В итоге, что мы получаем? Получаем просто халявный подсак за буквально там 100 с копейками голды. Вот для чего и надо открывать новогодние сундуки. Только так и по-другому никак. Если у вас уже все куплено, то на сундуки тратиться довольно вообще не стоит абсолютно. 149 цикады, 59 золота, 50 навозных мух и одна уха за такую цену. Зачет тоже довольно неплохо. Дальше. За 95. Тоже, смотрите, перки. 29 личинок стрекозы и кэшбэком золото вернулось. Неплохо. Неплохо. Неплохой сундук. 23 перка сверху. Шикарно. Нажимаем закрыть. Дальше. 114 икры, 25 перка, 54 кэшбэка голды и, соответственно, костюм. Тоже хороший сундук, вообще хорошие сундуки вот эти вот за 90 с чем-то голды. То есть они спокойно окупаются даже по перкам. Дальше опять 149 цикад, 40 лангуста, 32 кэшбэка и уха. Ну, уха такое себе. Лангусты, цикада приятно, очень приятно. Тоже, в принципе, зачет. Хорошо открывать до 95 колды сундуки, поэтому обратите внимание. Так, ошибка данных, не хватает золота, поехали дальше. За 50 колды упала спинник на 300 килограмм палка, 10 перков, 20 колды кэшбэком и 45. То есть за 30 голды, грубо говоря, мы получаем зачетный спиннинг, голдовый точнее 10 перков и 45 лапанской наживки. Ну, пойдет.
как не хватает. И давайте за 25 последний откроем. Кэшбэком чуть вернулось. Ну и в принципе все. Так, за 25 голды получается минус 11, 6 плюс 5 выходит 14. За 14 голды мы получили прикормку и осьминожка в 45. Ну, плюс-минус норм, могло быть и лучше. В общем, за 25 сундуки такое себе, топ за 95 и за 240. Самые лучшие сундуки, ребят. Значит, всех с Новым годом, кто смотрит уже 2021, всех обнял. Надеюсь, видео было чем-то полезным. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока.